Перехватывает мяч Мальорка. И в центр бы поскорее. Да, Перейра. Ну и гол. Да. 3-1. Вот наконец стало получаться что-то. Ну, конечно, и Барселона сбавила обороты. 3-1. Перейра. И заметьте, здесь все началось с эпизода, которого в первом тайме, ну, практически как класса не было. Это отбор на чужой половине поля. У Мальорки таких было, ну, может быть, два, ну, может быть, три. Но главное, что вот в этом месте поля футболисты Мальорки вообще не вступали в этот самый отбор, не пытались прессовать, только поближе уже к серединке. Ну, или просто случайно какая-то могла быть потеря. Вот смотрите, где мяч отбирается. Не отбирали там. С равным успехом можно сказать, что и барселонские защитники там не допускали грубых ошибок. А сейчас допустили. Ровно по той же причине 3-0. Теперь, правда, уже 3-1. Так, ну а что у нас там происходит под повторами-то? Какие-то важные вещи.